Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела у вас? Все хорошо, спасибо. Все хорошо, все нормально. 38 недель, 4 дня, сердцебиение. Хорошо. Я пошла работать в роддом. Увидела объявление, требуется там санитарки. Хотела себя попробовать, пошла. И мне это очень понравилось. Мне сильно понравилась профессия, мне понравилось это таинство рождения. Но у нас здесь консультации таинства зарождения. Было желание, огромное желание было быть врачом со школы. Не могу сказать, что с детства, но когда вот тогда, когда пришло время выбора профессии, да, вдруг я поняла, что я без этого не могу жить вообще. Вся трудовая деятельность связана с Одинцовской больницей. Сейчас она областная больница, уже растет, и тоже как дом родной. Я уже даже себя не мыслю без этого, без работы. Это очень трудно себе представить. Это вторая жизнь, можно сказать. У нас очень много беременных, у нас большая консультация, у нас много врачей, хорошие врачи. Мы оказываем всю ту помощь, которую нужно оказать, все те обследования, которые нужно на данном этапе, которые предусмотрены Минздравом оказывать. То есть у нас все делается. Я уже иногда и веду тех девочек, которых с моей помощью, да, рождались, поэтому это очень приятно. Очень приятно, когда они приходят с двумя, с тремя. Вот сейчас четвертого рожает девочка у меня, да, и вот она мне шлет фотографии свои. Это очень приятно, очень трогательно. То есть такое впечатление, что уже становишься каким-то членом их семьи. Стараемся помогать парам не только уже вот когда они беременны, да, но и когда еще есть желание, опять-таки, ну что-то не получается, когда это в наших силах что-то скорректировать, мы это делаем, и это действительно приносит какую-то радость, удовольствие и чувство, что ты что-то делаешь, что ты людям действительно как-то помогаешь. Когда видишь счастливые лица родителей, особенно папы, когда приходят, да, они вот это, когда первый раз увидят, это надо видеть, надо смотреть на них, какие они, да, как они тут же меняются, какие у них глаза большие, широкие становятся, какая радость у них, потому что ну, семья – это главное. Так или иначе, они какие-то еще свои проблемы высказывают. И эти проблемы тоже стараешься решать, и эти проблемы проще решать, если где-то еще в какой-то общественной работе занимаешься. С 2004-го я депутат. Местная законотворческая деятельность, да. Ну и мы много принимаем участие в волонтерской деятельности, да. То есть это помощь, это поддержка. И сначала это были пенсионеры, многодетные, да, сейчас это вот в связи с СВО, это большая помощь семьям военнослужащим. Самое главное в жизни – это быть честным. Честным по отношению к себе, по отношению к семье, по отношению к окружающим. И тогда все получится.